Покушение, которое произошло 6 ноября 1942 года на Красной площади, до сих пор считается одним из самых загадочных в отечественной истории. В центре Москвы была предпринята попытка убить вождя народов Иосифа Виссарионовича Сталина. Теракт совершил ефрейтор-дезертир Савелий Тимофеевич Дмитриев, который сбежал из 1-го зенитного полка противовоздушной обороны, расквартированного в столице. Савелий покинул воинскую часть с винтовкой, 50 патронами к ней и 2 гранатами. 6 ноября примерно в 13:30 по московскому времени ефрейтор Дмитриев добрался до лобного места, где встал с винтовкой по стойке смирно. Красная площадь была режимным объектом, поэтому буквально через пару минут к нему подошел милиционер и попытался выяснить, что он тут делает. Дмитриев уверенно сказал: «В связи с подготовкой к государственному празднику я направлен сюда для охраны». 7 ноября в СССР праздновалась 25-я годовщина революции, поэтому милиционер поверил солдату, пожал плечами и ушел. После этого к Савелию еще несколько раз подходили офицеры из кремлевской комендатуры, и всем им он отвечал одно и то же. Уверенный вид солдата, военная форма и оружие вызывали доверие. Действительно, на следующий день намечался большой праздник. Время было военное, патруль для усиления охраны вполне могли прислать. Поэтому никто не усомнился в его миссии. Так он простоял около 1,5 часа, пока не увидел выезжавшую через Спасские ворота машину. В 14:55 из Кремля выехали 2 автомобиля ЗИС. Дмитриев догадывался, что парами передвигались только автомобили самых высокопоставленных советских руководителей. В сопровождающей машине обычно ехала охрана. Машины направлялись в сторону Ильинки, но почти перед лобным местом сбросили скорость, поскольку объезжали извозчика, который вез на телеге сток сена. В тот момент, когда автомобили на небольшой скорости поравнялись с Дмитриевым, он вскинул винтовку и начал стрелять по первой машине. Савелий сделал 3 выстрела. Один из них достиг цели и попал в автомобиль, но не причинил никому вреда. Высшее советское руководство ездило на бронированных автомобилях ЗИС, которые были неуязвимы для винтовочных пуль. Обстрелянный автомобиль на полной скорости помчался дальше, а вторая машина, наоборот, остановилась. Из нее выскочило несколько охранников и началась перестрелка. К лобному месту также поспешили сотрудники кремлевской комендатуры, стоявшие на своих постах. Патронов у ефрейтора было не более 50 штук. Не сказать, что мало, но силы оказались слишком неравны. Через несколько минут перестрелки Савелий удалось обезвредить, бросив в его сторону гранату. Только после этого раненый осколком ефрейтор сдался. Уже на следствии задержанный узнал, что покушался не на Сталина, как он изначально планировал, а на наркома внешней торговли Анастаса Микояна. Учитывая дух того времени и идущую войну, следствие было практически уверено, что Дмитриев не одиночка, а, скорее всего, сотрудник какой-нибудь контрреволюционной организации или немецкий диверсант, посланный ликвидировать самого Сталина. Личность стрелка была установлена быстро. Им оказался 33-летний ефрейтор-дезертир Савелий Тимофеевич Дмитриев, уроженец Усть-Каменогорска. Он родился в богатой старообрядческой семье в 1909 году. Однако из-за начавшейся в 1917 году революции и гражданской войны должного образования парень так и не получил, проучившись всего год в церковно-приходской школе. В различных источниках о Дмитриеве сообщаются весьма противоречивые сведения. По одним данным, он и его семья в 1930-е годы подверглись раскулачиванию, из-за чего он и затаил обиду на советских вождей. Однако этому противоречит тот факт, что в свое время Савелий был активным комсомольцем и вдобавок служил в армии, тогда как детей раскулаченных за редчайшим исключением не принимали в комсомол и не призывали в действующую армию, тем более в московские части ПВО, где был более строгий отбор. Следующие 7 лет для Савелия Дмитриева стали настоящим адом. Чекисты понимали, или они выбьют из него показания,
что он участник крупной антиправительственной террористической организации, или сами окажутся на его месте. Ни Сталин, ни Берия не простят им, что какой-то малограмотный террорист-одиночка обвел вокруг пальца весь громадный механизм правительственной охраны. Практически до 1950 года к нему применяли допросы с высшей мерой устрашения. Этого не мог бы выдержать ни один человек. Сломался и Савелий. Под пытками он назвал участников антиправительственного заговора. Родственники, знакомые и даже те, кто просто случайно находился близ Красной площади 6 ноября 1942 года, все они были арестованы и оказались в подвалах печально известной Лубянки. В конце концов, после долгих лет разбирательств, следствие пришло к выводу, что в покушении отсутствовал заговор контрреволюционных организаций или спецслужб нацистской Германии. Также судмедэкспертиза показала, что Савелий Дмитриев психически здоровый и вменяемый человек. Как выяснилось позже, потери в войсках и быстрое продвижение немцев к Москве Савелий посчитал следствием некомпетентности советских лидеров. Покушение он задумал осуществить еще осенью 1941 года. Тогда Дмитриев, дежуривший на зенитно-пулеметной установке, размещенной в районе улицы Горького, ныне Тверская, намеревался расстрелять один из правительственных автомобилей из своей зенитки. Однако посчитал, что будет слишком много случайных жертв. Поэтому решил перенести покушение ближе к Кремлю, где было менее людно. Удобного случая для покушения ему пришлось ждать почти год. Дмитриев хотел убить Сталина, но поскольку не знал, в какой конкретно машине тот будет ехать, допускал, что застрелит не вождя народов, а кого-то из его приближенных. Что, в принципе, тоже устраивало Савелия. 25 августа 1950 года перед членами военной коллегии Верховного суда СССР предстал Савелий Тимофеевич Дмитриев. А вернее, это был изможденный старик, полуслепой, лишенный дара речи и плохо соображавший, где он находится. Спустя час после начала заседания он равнодушно выслушал свой смертный приговор. В тот же день его расстреляли. Хотя никаких следов подпольной организации, покушавшейся на Сталина следователи за 7 лет так и не нашли, некоторые современные публицисты все же выдвигают конспирологические версии. Они указывают на ряд необычных моментов в этом деле. Как раскулаченный Савелий Дмитриев мог попасть в ПВО, да еще и в часть, дислоцированную в самом центре города? Каким образом ему удалось обмануть бдительность кремлевской комендатуры? Откуда взялся извозчик на телеге, облегчивший Дмитриеву прицеливание? Наконец, почему Дмитриева продержали в тюрьме 7 лет без предъявления обвинения? Однако на все эти вопросы можно дать ответы вне теории заговора. Дмитриев мог попасть в ПВО, поскольку был призван как рядовой гражданин, а информация о раскулачивании могла быть ошибочной. Обмануть комендатуру ему удалось без труда. Человеческий фактор никто не отменял. Появление извозчика можно объяснить случайным совпадением. Тот факт, что покушение было подготовлено крайне плохо и наспех, говорит скорее в пользу того, что действовал одиночка, а не подготовленная организация. В противном случае стрелок бы знал, что члены Политбюро передвигаются на бронированных машинах. Поэтому винтовка не нанесет им никакого ущерба. Наконец, тщательное расследование установило, что Дмитриев действовал в одиночку и не имел сообщников. То, что Дмитриева осудили только через 7 лет, действительно необычно, но может иметь несколько объяснений. Например, следователи ждали, что рано или поздно он поведает что-то о сообщниках. Нельзя исключить и того, что Дмитриева берегли на случай резонансного политического дела, когда кого-то из влиятельных людей потребовалось бы обвинить в подготовке покушения на Сталина и вынудить заключенного дать на него показания. Однако за 7 лет он так и не пригодился. А в 1950 году от него избавились. Всего на вождя народов было совершено 7 попыток покушений. И еще несколько странных аварий, похожих на покушение.
Первую попытку предпринял 16 ноября 1931 года в центре Москвы бывший белогвардеец и секретный сотрудник английской разведки Огарёв. Последней попыткой можно считать операцию немецкой разведки под названием «Большой прыжок», которая ставила целью убить на Тегеранской конференции в ноябре 1943 года всех членов «Большой тройки», включая и Иосифа Сталина. Однако все попытки были успешно предотвращены сотрудниками советских спецслужб. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, поддержите нас лайком и не забывайте подписаться. До новых встреч!